Анекдот с утра. С ума сошла, какой анекдот. После сегодняшней гонки каждый мужик может сказать: у меня уже есть длинная, потому что это гонка. Что? Потому что. Доброе утро. Доброе утро. Капитан, доброе утро. Доброе. Я тебя нашла! Привет, друзья! Арбузик сегодня проспал. Привет, мистер Щетка интересуется, как твои дела? Отлично. У нас новый персонаж, мистер Щетка. Мистер Щетка хочет спросить! Йоханнесбург где находится? В общем, это третий день регаты, поэтому Йоханнесбург всем. Третий день регаты, просыпаются все не сразу, еще медленнее, чем предыдущие два дня. Поэтому раскачиваются. Здравствуйте, как ваше настроение? Thank you. Good. Very good. You? You? Good. Good. Камера как бы идет. Да? Ага. Стратегию разрабатываем, да? Да. Такие поймали. Ага. Доброе утро, мистер Щетка. Мистер Щетка. Мои хорошие, чтоб все было хорошо, чтоб паруса не рвались, чтобы ветер был хороший, чтобы настроение было замечательное. И вообще все будет хорошо. А вы знаете, где находится Африка? А какой самый большой порт яхтенный в Африке? Да нет, ну что мне? Я вообще арбуз, что ты на меня смотришь? Я фрукт. В кейптаунском порту, с пробоиной в борту. Жанетта поправляла такелаж. Смотри, кто этот красавец? Давай возьмем у него интервью. Здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, где вы нашли барбершоп? Я нашел его в ванной. Тебе не кажется, что он смотрит на тебя? Ой, на меня тоже. Кто смотрит? Он смотрит на него. Да, очень-очень пристально, да. Это тревожный омлет. Он мужчина, потому что он мистер Щетка. А девочки специально всех мучают с утра, пока башка не соображает. Не смеет. А пиво-то кому? Беда, который себя нарытем. Хада-бара-бада-бада. Пошли. О. Доброе утро, брат. Спасибо. Это что за разновидность чая? Вот не надо это снимать. Попа на ощупь, упруга. Мне светит в глаз. Как жаль мне, что все это не у нее, у друга. Пусть сегодня будет романтично, феерично и эклектично. Хотите в нашу овощную базу? У нас есть фрукты, ягоды на выбор. Ягоды, хорошо. Можно я буду авокадо? Авокадо – это овощ, фрукт или ягода? А вот вам задачка на день. Скажите, помидор – это фрукт, овощ или ягода? Или орех? Смотря какое время суток. Ночью. Это точно ягода уже. Неправильно. Ночью помидор – закуска. Авокадо – это картофель. Это картофель? Да, абсолютно. Абсолютно wonderful. Ага. Просто его чистить, но готовить не надо. Да, что? Это не авокадо, Леша. Это утро. Послушай, утро в китайской деревне. Что с такими вопросами? Авокадо – это фрукт. Настя, я должен тебе сообщить хорошую новость. То, что будешь в дружественном экипаже наших рабов. Тихо. Не приставайте. Доброе утро. Это что за красотка? Я ж на яхте. Не снимай меня сзади. Что, корма большая? Да, лучше жопа Москвы и Московской области. Прекрати, сказала. Я говорю, я вчера было дело, пошутила про тузик. Вы видели вчера? Не, ну очень хорошо получилось. Тузик славный был. Мы сегодня идем на прогулку. Концепция поменялась, Влас Алексеевич? Мы идем гулять? Мы идем гулять. Вместе я все прощу. Прошу. А не включи. Вот так. Покажите, у нас еще даже соточка есть. Ну возьмите меня! Ну возьми! С левого галса старт берут, красавчик. Минута 10. Стоп. Поехали. Нормально. По мальчикам разрешаю. А это все слышит. Ну что, будет ответ? Ну
начинается линия судейского судна. А правым бортом группу островов я встречаю. Спасибо большое. Алло, я выиграл! Посмотри, как он идет и как ты идет. Люли уже получил. За что? За свою неграмотность. Еще приводи. Быстро, 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 полностью. Подветренная лодка. О, у тебя есть такое утверждение, что мат лодку разгоняет. Нет, это фигня. Что приводить? А что это у тебя в руках, Аня? Вот дали какую-то веревочку, сказали, держи крепко, не отпускай. Конкурс. Кто узнает и угадает, почему эта девушка самая настоящая яхтсменка? А фон-то какой интересный, Влас Алексеевич, у вас. Это же мало. Если бы там штук 200 было, другое дело. Сяду на пенек, съем пирожок. А что такое кайф по-настоящему? Это когда можно близкого друга, так сказать, лишний раз потыкать. Привод, привод легкий. Легкий привод. Сильная работа. Один кричит привод, другая увалилась. Что делать? Секунды, секунды. Трим, Миша, трим, трим, жестче, жестче, жестче. Марабай-то, когда ветра не станет, кому-то дует, кому-то не дует. Миша, на триме будь готов. Сколько можно на них смотреть? У нас босс за рулем. Парусный спорт – это потрясающий вид спорта. Где можно вот так вот после каких-то напряжений прилечь? Когда твои ребята все это делают четко, и ты можешь себе позволить развалиться, подышать свежим воздухом, полюбоваться этими красотами, особенно которые здесь в Гельчике. Потрясающий залив, великолепные люди, юмор, сказки и все прочее. Что может быть еще лучше? А что ты делаешь? Не поверишь. Большая стирка. Можно мне теперь выйти наверх? Не стоит. Здесь не хапанек, здесь продукта будет. Все почки запах. Вот, покупка. Вот, смотрим, ага. О, знаешь, класс, Алексеевич, зарядка. Мастер-класс, под крену. Так, мастер-класс был под крену. Ну, да. А теперь мастер-класс по уборке телефона при команде «Поворот». Быстро прячем его в чехол и готовы к тому, чтобы переместиться над следующим. У меня все просто. Лайфхак номер два. Опа. Так нормально, да? А на самом деле вот так. Раньше надо было делать. Так, рот надо убирать. Нос потянуть, мальчик. Подожди. Любовная швартовка. Наш дивизион швартуется вместе. Думаете, это просто, а кого-то нет. Пошли, нос пошел. Катамаран. Нормально. Итак, дурдом кончился. Мы победили швартовку в очередной раз. Так, ну кино закончилось. Теперь можно идти поспать. Ну, сперва покушаем, конечно, и спать.